Кто построит лучшую ловушку в Майнкрафте в сегодняшней битве строителей? Можете начинать строить после того, как мы запустим салют. Какой красивый салют, да. Все, теперь вы можете начинать строить ловушки. Даже не знаю, что вы там построите. И, короче, очень интересно. Арконус. Что? Я просто табличку прочитал. А, ну ладно. Арконус, что ты будешь строить? Ловушку? Ну, это причины. Понятно. Какую ловушку ты хочешь построить? Потом узнаешь. Ладно, ладно. Это что такое вообще? Я сюда даже не пролезу, наверное, вот, видишь. А, надо присесть. И что это такое? А потом тебя никто не найдет, и тут я тебя убью. Ой, ладно, дай мне выйти. Страшная ловушка у пирата пока что самая страшная, наверное. Ух, зайди обратно. Зачем? Ну, зайди. У меня есть деревянный топорик, если что, я тебя победил. Алло, ты зайдешь? Да, зайду. Что это за ловушка такая? Закрыли, нет, меня закрыли ловушки. Теперь я буду делать подкоп. Куда? Поставь на землю. Ну смотри, короче, ты говоришь, что моя ловушка самая лучшая, я тебя выпускаю. Опа, пират, ну в это беги. Я говорю, ты говоришь, что моя ловушка самая лучшая. И... Это мой дом теперь. Ладно, давай я тебя выпущу, но ты скажешь, что моя ловушка самая крутая. Нет, я тебя победил, давай, выпускай. О, все, спасибо, что выпустил меня. Ну, моя ловушка самая крутая, учти это. Ладно. Ого, тут такую огромную яму выкопал Датунс. Я хочу тут сделать небольшой рельеф, я хочу сделать тут ловушку. Ловушка будет в яме, то есть в рельефе. Тут просто я делаю природу вокруг ловушки. Декорации. Это хорошая идея. Ого, я тут вижу огромную пирамиду построили. Зачем-то? Зачем такая огромная пирамида понадобилась? И совсем рядом стоит орбит, у которого тоже огромная пирамида. Это пирамида древнего Египта, которая была построена древними... Египтянами. Да. Стой, ух, это тебе подарок от этого. Защищаться. Ладно. У Арконуса все непонятнее и непонятнее, потому что то он посадил елку, то он посадил... Мне нужна была елка для хвои, но потом я нашел хвою. А зачем гравий? Я понял, это хоррор карта, в которой за мной будет он бегать с такой с топориком деревянным. Ну, я не стал бы, что это хоррор. Да, потому что не страшный совсем. Это что, пещера? Да, это пещера. И в этой пещере пока ничего нет. У нас есть супер-супер крутая ловушка пирата. Кс-кс-кс-кс-кс. Что надо? Закрыли. Ох, в подвале все. Ты мне знаешь, кто дал? Это мне орбит дал, чтобы я от тебя отбивался. От тебя. Все, я пирата замочу. Меня ух убило, это что такое? С подвала вытащить меня позже. Так и будешь сидеть, все. Ну смотри сейчас, подожди. Че ты все ломаешь эти... Ладно, выпустите меня из подвала, пожалуйста. Да ты дурак, что ты ломаешь все, иди отсюда. Ну вот, получается у нас здесь есть самая крутая ловушка пирата. Что он тут написал? Ухом нельзя? Почему? Ой. Я нечаянно, прости. Так, дальше у нас есть вот такая постройка. Я пока сам не знаю, что это, но это, наверное, тоже какая-то пещера с ловушками. А, да, вот эта пещера. Как прикольно здесь все. Еще у нас здесь есть огромное здание Кримсона. Что это такое? Ну, тут кирпичи, наверное, это будет большой домик. Это завод. Интересно, какая будет ловушка в заводе вообще? Ну, ладно. Еще у нас здесь есть такая фиолетовая пирамида. Мы в нее заходим. Так, здесь я уже вижу ловушку с раздатчиками, да? Поршни. Да уж, пирамида и уже ловушка. Это прям клево. Есть еще одна пирамида совсем рядом. Ну, вот этот у меня украл. Короче, ждите закрытия дверей. А, красиво. Типа, смотри, я такой захожу, он такой нажимаю, и ой, все, я в пирамиде. А здесь у нас горит много огня. А здесь вода лежит. Ну, круто вообще. Как твоя пирамида работает? Сначала мы должны подгореть, а потом прыгнуть в воду, да? Круто. Это джакузи. Типа ты подгораешь, она начинает кипятиться. А, ну да. Уютненько. Да. Хлеб ему голова, пусть помоется. Опа. Арконус у нас строит какой-то лес. Не знаю, зачем, он не хочет рассказывать вообще. Военная тайна. Похоже на то, что ты сейчас возьмешь топорик и будешь за нами тут бегать. Такой, ахахахаха, я вас всех буду. Нет, ты не прав. Хотя, возможно, будут. Здесь у нас пейзажик вот такой. Я не знаю, какие тут будут ловушки, но здесь, короче, пейзажик. Здесь у нас есть еще одна пещера. Вот эта пещера прям жуткая, тут темно. Алмазы, это первые алмазы, которые я нашел в своей жизни. Но у меня нет даже железной кирки, чтобы их добыть. Наверное, это будет ловушка. Я добуду алмаз, и меня взорвет. Нет, это неправда. И самая последняя ловушка, которая здесь строится, это вот такой домик, в который можно зайти. Алмазы снизу. Ну да, конечно.
Я что ли похож на того, кто не пойдет за алмазами? Ура, алмазы. Ой. Закулисье, клево. И это получается все постройки, которые у нас здесь получаются. И мы вернемся через 30 минут. Я добуду этот алмаз. Ой, кажется, я карту сломал. Подожди. Пожалуйста, дай палку, дай палку, дай палку, дай палку, дай палку. Сейчас, подожди, стой. Так, вот обычная палка, сейчас, подожди, выдам. Палка. Нет, я забрал себе почему-то. Его! А, держи палку, сейчас, подожди. Палка. Теперь у меня есть палка. Я очень агрессивный. Ой, Арконус, я нечаянно. Прошли 30 минут, и сейчас я хочу смотреть, что вы здесь построили за это время. Так, и первый, кому я пришел, это пират, потому что он пират. Добрый день, уважаемый, что вы хотели? Это у меня такое? Есть палка, смотри, вот. Я в тюрьму хочу, ой. Это не тюрьма. Вот смотри, там я начинал книгу писать. Можешь почитать, попробовать. Сегодня тот день, который... Ой, где я? А, ты заскамленный. Не трогай сокровища, иначе бабах. Сломать динамит? Ну, проблем не будет, тогда ничего не взорвешь. Сокровищ-то нету. Там нету сокровищ, но динамит лучше взорвать, вдруг это... Ой, куда я упал? И чё, тут стрела какая-то? Короче, прыгай за мной. Прыгаю. Всё. И все, да? И как выбраться отсюда теперь из этой ловушки? Так и сиди. Эх. Теперь пойдем во вторую команду. Давай я с тобой буду. А иначе я тебя сожгу. Ладно, давай пойдем. Тут у нас такой вход в пещеру, где есть алмазы. Алмазы? Мне нравится. Я хочу стать богатым. Пойдем-ка дальше. Алмазы. Чем тебе эти алмазы? Там в конце может быть больше алмазов. Да. А может я тебя ремнем ударил, и ты улетишь куда надо? Плохая идея. Я знаю, куда идти. Ой, не надо сюда идти. Ладно, там лабиринт, короче, без выхода. Ты давай-ка посмотрим вот так. Вот, смотри, давай вот так сделаем. Хоп, все, мы прошли лабиринт. Советую не жать там все кнопки, одна может тп-тнуть обратно. Нажимаю. Зачем ты это нажимаешь? Он сказал не нажимать. Ну, если сказал не нажимать, надо нажимать, потому что тогда неинтересно будет. Ой. Вот это ловушка. Нас заставляют проходить лабиринт, а потом возвращают обратно. Это самая страшная ловушка, которую я видел. Даже у пирата не так. Кримсона здесь я вижу много чего. Здесь какой-то завод. Так, заходим. Ой. Так, здесь вода. Ресурсы. Прикольно. Так, тортик. Я как раз голодный. Ой, Кримсон, прости, я весь торт съел. Ну ладно. Ага, понятно. Это завод, и поэтому здесь надо будет нажимать на много разных кнопок, чтобы открыть ворота и потом пройти дальше. И там будут ловушки, и потом нас всех взорвут. Эту пирамиду построил... Ой-ой-ой, на меня пират. Бежит пират. Ты что делаешь? Уф. Спасите меня от пирата, пожалуйста. Время вместе. А ну иди сюда. У меня хп мало, и они не восстанавливаются. Мне нужна еда. Обойдешься. В смысле? Что за оск? Куда ушел за дерево? Это называется оск. Стратегия, чел. Из камер. Кто? Слушай. Да почему у тебя щит не ломается топориком? Ты его сломал, я... Вот эта пирамида здесь прикольная вообще. Бесплатные робуксы там. Нам в Майнкрафте робуксы вообще не нужны, ну ладно. Робуксы. Смотри. Что это было? Я даже сам не понял, что это было, но это было круто. И как выйти? А я? Дверь открылась, какой-то паркур. Берем только священный лук, да? А, у меня есть лук со стрелами теперь. Он был. Ты меня отмотал! А, ты опять моментальный урон взял, да? Да, ты меня хочешь убить. Ладно, все, я пришел сюда. Ого, это домик в лесу, смотрите. Так, смотри, тут камера видеонаблюдения, так что если будешь косячить, то тебе конец вот так-то. Камеры не будет. Я его тащу домой. Я на мысли. Куда? Подожди. Мне еще одну нужно. Зачем, пират, тебе камера? Пойдем без пирата, а то он вообще. Да я тут. Эй, вы что? Здесь у нас дом. Прыгай в дырку, видишь, там написано алмазы тут. А вдруг я умру? А я боюсь. Тогда давай я прыгну, потом ты прыгни. Давай. Хорошо, давай. Ой, я выжил. Я выжил, прыгай. Ой. Ты с камеры ходячий. Как ты разбился, если я выжил? Тут закулисье и закулисье. Что теперь? Проход какой-то, смотри. Ты еще хочешь алмазы? Прыгай вниз. Прыгай. На, лови землю. Давай. Слушай, у меня появилась идея. А
алмазы там мои будут? В смысле? Ты где? А почему там так темно? Ой. Беги! Почему бежать надо? Не знаю. Какой-то скелет. Ой, а почему он здесь сидит? Твое будущее, понимаешь? Смотри, я скелету дал яблоко, чтобы он не грустил. Реально. Мне кажется, то, что скелет с этим как-то связан. Да, рядом, реально, у скелета был рычаг. Типа, видишь, я впервые тебя найду алмазы. И как пройти в один блок? А, понимаю. Я гений просто, молодой. Молодой гений. Подожди, там дальше лава и барьер. Ой, а чё мы по лаве ходим? Это вообще нормально? Что тут не так? Чё за лампочка одна, как русская? Пират, вот смотри, тебе вот сюда вот надо. Там алмазы твои. А пусто. Да, чё мы там? Ладно, всё, пусть там сидит. Пойдём. Ой, тут шахта какая-то, это вообще прикольно. Шахта? Что, как он это сделал? Ну, это прикольно. Давай это я себе заберу. А мне? Ты возьми себе булыжник. Я это тоже могу. Он все себе забрал. Ой, где я? Куда меня заперли? Берется двигатель. Вообще, он еще не достроен, поэтому ничего. Мы заходим в красивую пещеру и оказываемся в каком-то лабиринте, который еще не достроен. А у тебя ж кирка есть, давай у моей стены убирай. А, давай. Бежу отсюда. Все, давай, на свободу. Вообще офигенно. Ладно, идем к Аркону. Крыш, отсюда! Крыш! Нет, это секрет до конца. Я тебе дам булыжник, вот. Нет. Это что сломал мой булыжник? Ты знаешь, как он стоит вообще? Слушай, я просто хочу, чтобы это все до конца оставалось секретом. Хочу сделать все красиво. Ладно, поэтому, пожалуйста, пойдем. Будьте так добры. О, а вот это что? Смотри, тут как красиво. Да, апельсины, мухомор. Как он вообще это сделал? Не знаю, ну ладно. Там алмазы, пойдем. Ого. Что? Ай. Как это он сделал? Ай. Вась. Реально, как он это сделал, проваливающийся землю? Да, я сам беспорядок. Ман, где я запрыгнул сюда? Ты давай отсюда. Ты офигел? Ладно, все, давай. Ай-ай, все, хватит. Я что-нибудь проваливающийся в полу. Не знаю, давай посмотрим. Похилил. Как он это сделал, я вообще не понимаю. Папа, и мы орбита. Так, только ух проходит, по пират нет. А мы его... Подождите, пирата. Пират, кинете. Ты должен будто... Пират! Должен будто это почитать. Да, пират! Тель, найти записки, найти два рычага. Вот два рычага, вот клинок. Нет, а ты один только нашел, вот один. Ой. А где? Меня впустить может? На, заходи. Ты должен пройти этот лабиринт. Это кто? Это я не знаю кто. Подсказывайся. Ой. Я хочу по этому лабиринту уже очень долго, я не могу выбраться, я хожу кругами, это невозможно. Последняя запись, у меня кончилась еда и вода, если мы нашли это, то... передайте, и что-то там написано. Так, да, на короче, свой вот это маленькая подсказка, вот. Думай, подсказка думай, вообще клёвая. Так, 2 плюс 2 умножить на 2 минус 2 будет 4. Подожди-ка, дай-ка подумаю. Пират, почему? 2 умножить на 2? 4, 6. Ну 6 прыгай, будет. Пират. 4 будет. Вы выжили? Я же говорю, я говорю, прыгай. Короче, надо. Нам надо вот сюда. Ой. Прыгай, нам сюда. Что? Вот еще раз. Задача, почини рельсы, поставь красные факела. Ну, рельсу надо сюда. Эту надо сюда. Это надо сюда. Это надо сюда. Это сюда. Это надо сюда. Это надо сюда вроде бы. О. Так, теперь забираем вагонетку и катаемся. Оу, как прикольно, да? Так, там это тоже. Куда я приехал? Это пока что конец. И это были все постройки, которые сейчас получаются. Мы вернемся скоро. Ой, где мы? Марконус, где я? Почему ты меня сюда ТП-шь? Ты я его ТП-шь. Я тебя не ТП-хал. Черепа страшно. Черепа страшно. Ладно. Уйдите, все. Злой вопрос. Ух. Да, я злой вопросы. Вы знаете, так, что сейчас... ваше время уже к концу подходит? Ой, ты что сделал? У нас есть вот ловушка в пейзаже. Ловушка Арконуса. Он сам даже не говорит, но у него там что-то крутое. Здесь у нас есть пирамида орбита. Пирамида... Наконец-то не орбита. Да. Завод Кримсона. Пещера Бафтера. Это у нас то, что построил пират. Но ладно, не важно. И здесь у нас еще и все. Вот такие у нас ловушки. Ух, так, ну что ж, давайте... начинать тогда их проходить. Готовы? Да! Первая ловушка, которую мы посмотрим, будет орбитом. Я ему кактус. Дорогой кактус. И теперь я его сожгу.
осуждаю. Покупаю в воде кактус, он же воду любит. Я Давай. Кушать хочу в этой пустыне уже, проголодался. Ну ладно, пойдемте внутрь. Как выжить? Здесь у нас... Ого, смотрите, какая рамка красивая с ножиком. Можно я его себе заберу? Ты же его видел. Забирай нож, забирай нож. Забирай. Только не делай резню. Резня. Пойдем. Да, куда ж теперь идти? Тут лабиринт настоящий. Вот это ловушка. А, меня выбросили куда-то. У меня полсердца. Я жив. Думай. Ладно. Тут, короче, смотрите. Тут очень трудная загадка. Тут надо подходить. Что вы забираете? Что это? Пример. 2 плюс 2 равно 5. А сейчас его правильно. Давай-ка бабки. А за что? Нет, я хотел, чтобы ты проверил. Пить можно было. Я в зале. Страшно. Обернись. Обернись. Так, 2 плюс 5, 7 умножить на это. Да, правильно, будет 16. Нет, нет, неправильно. Потому что умножение первым. Получается 5 умножить на 2, 10. Потом еще 2, 12, потом будет 15. А, 14. Да, будет 14. Это как тут было? Остается третье, последнее, значит, туда надо прыгать. 9 умножить на 0 будет 1. А, вот это, да. Да, правильно. Сюда. О, это что такое? Прыгай, безопасно. Так, у нас новое... Тут безопасно. У нас новая задача. Задача потянить рельсы, поставить красные факелы. Так, вот смотри. Ух, тебе 3 рельсы. Я пока их пойду ставить. А, блин, я уже все расставил. Короче, вы все делаете, а я пока как это работает. Все, готово. Теперь нам надо ехать. Поехали. Поехали. Так, вот бери кирку. Тебе надо скрафтить алмазный инструмент и сломать обсидиан. Хитрить нельзя. Запомни. А я же могу деревянную кирку еще сломать. Она не ломает, она не ломает. Просто Не-не-не-не-не, вот так вот нельзя, вот так вот нельзя. Так. Ух, смотри, смотри, смотри. Ай, чё? Тут алмаз. Где алмаз? Алмазы. Опа, а чё он не выпал? Я деревянная кирка. Нет, он выпал, алмазная кирка у меня откуда-то. Всегда надо добывать алмазы деревянной киркой, тогда появится алмазная кирка. Готово. Теперь поднимаемся наверх. Какие-то стрелы. Ой, чё там делать? О, я тебя победил, дракон, вот тебе. Так, у вас задача сейчас взять стрелу, кто-то уже взял стрелу, и попасть по мишеням. Сейчас. Давай еще раз. Попал. Молодец. Все, пойдемте. Да. Ходим, проходим, 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 проходим. Опа, дорога куда-то. Все, мы выбрались. Так, у тебя кирка есть, да? Да. Пойдем наверх, теперь тебе надо это сломать. Сломаю. Ура, алмазы. Деньги, мои деньги, все, это мне. Да, так, и давай всё. Сейчас добуду деревянные кирки, подожди. Давайте ломаем, ломаем, ломаем. Опа! Все, забирайте, грабим всю эту гробницу и все. Смотрите, это сделал Кримс. Я что-то заметил, там что-то есть, погодите. Ходи, нажимай рычаг, и ты становишься плавучим. Лава! Ой, Кримс, это реально прошло. Я подумал, я сейчас в лаву упаду, а тут стекло, прикольно. Так, здесь у нас что? Тут так иди прикольно назад. Вода выглядит на половину блока. Иди это вообще красиво. Быстрее. У Кримса, думаю, мы сами не знаем, где выход. Вы что, в вентиляции тут? Тут выход. Ура, выход. Так, а, сюда. Это... Потом здесь сюда. Стой, ух, давай это. Пошли уже. Спасите. Ладно, это успехи. Что это такое? Мардены! Ой-ой-ой, вот это завод у Кримсона. Все, мы в ловушке теперь точно. Варден, 2 Вардена, 3 Вардена. У меня же есть волшебная кость, которая всех с одного удара убивает. Сейчас. Она его не с одного удара убьет. Ух, давай. Двух ударов. У меня с одного удара. Да бесконечная ловушка с Варденом. Все, нас поймали. Знаете, как меня зовут? Нет. Сказать? Зачем? Меня зовут Александр Сергеевич Пушкин. Я сочиняю стихи. Погодите, тут правило. Первое, включите режим приключений, хорошо. И главное, идти может только ухо. Все остальные должны стоять, да? Ухо, можно с тобой? Камера вас снимает. Если вы будете нарушать, то все. Алмазы снизу. Чё? А, меня туда толкнули. Полсердечко. Дверь откроется, если ты мне дашь роль кубический мастер. Навсегда. Ну, раз он не хочет ее открывать, тогда мы ее... Все, дай еще его. Хочешь алмазики, прыгай вниз. А вы знаете, что у меня полсердечко? Скелет какой-то. У него книжка в руке. Первый день я умираю от жажды, день какой-то я уже на исходе. Как он вообще здесь один день прожил? Среди печек. Где кнопка? Она где-то. Я нашел, вот ее взяли, давайте, ставьте. Ставьте. Ставьте, ставьте, давайте. Ух, смотри наверх и иди по этим штукам. О, точно. Помни, что это ловушка. Какая ловушка? Ой. А, это ловушка! Реально? Ну все, тут уже изи. А, тут проход был. А вы не заметили. Блин. Опа, это что за машина? О, пойдемте, это лифт. Поехали. Поехали, друзья. Я упал вниз.
Здрасте, а я выжил. Все это было лишь маленькое испытание перед той самой ловушкой, которая будет прямо сейчас. Это... Нет, это ловушка. Это ловушка, легенда. Вот это да, апельсины, зелень, мухоморы. Это прям клево, даже лодка есть для меня. Тут так красиво, согласен с тобой, чел. Ой, это не я. Ой, куда я упал? Как это? Это земля, если я на нее наступлю, то... Клево, как ты это сделал? Я вообще без понятия. Можете тут кирку взять? Взял. Тут доски проваливаются. Дальше смотрите, ух, нажимай кнопку. Все, вот. Что? Этот лифт на коронных блоках? Ребят, выйдите сразу. Тут еще одна ловушка, лифт продолжает ехать дальше. Выходите. Выходите. Ой-ой-ой-ой. Я выжил. Это типа лифт едет и потом падает. Это ж сколько тут командных блоков, чтобы он так ехал уже. Я потом вам все покажу. Тут блок пропадает, когда вы прыгаете. О, где? Паркур! Да, Тунсу. Ого, вот это да, вот это да. Это все ты сделал для того, чтобы там лифт спускался? Лифт начинается вот тут вот. Этот блок детектит, что вы нажали кнопку. Он ставит редстоун туда, если кнопка нажата. Это тут удаляет редстоун, и вот тут вот идет цепочка анимации. А вот эти вот цикличные, они детектят как раз таки ловушки. Это сделано через IQ. Вау. Клево, да? Он реально запарился над командами. Ну, не каждый бы в здравом этом уме делал бы такую цепочку команд чисто ради одного видео. И то его один раз посмотрит. Это только ты не сделаешь. Это не один раз посмотришь. Ну, так, идите сюда, во-первых. Почему ты нас держишь в этой коробке? Да, блин, реально. Начинайте проходить. Так, я пошел сразу в шахту. Всем пока. Да, я тоже. Нет, я первый захожу. Я тоже зашел. Я поздравляю! Минус двое. Давайте идти дальше. Видишь, тут тени нету, это фантомный блок. Спускаюсь, тут так стрёмно. Давайте, вниз, 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 вам нужно вниз. Лава. Он так, у вас минус один еще. Я попросил же. Римса без... нет. Ух ты, остался единственный. Ай, так... фантомный блок. Нет, короче, по сюжету Ух должен выжить. Меня так, закопали. И... Хопа, Кримсон, привет. Куда мы попали? Добро пожаловать в старую шахту. Все, ваша, да, задача сломать алмаз. Ломай алмаз, кирка сломалась. Да. А почему меня вау кинул? Поздравляю, ты тот самый рандомный человек, который должен был умереть. Эх. Есть кнопка, которая появилась после того, как вы сломали тот алмазный блок. Вам нужно искать. Но она хорошо. Опа, ух, нашел? Или нет? Тогда или нет? Ух, ну, давай, рядом, буквально. Кнопка, я нашел кнопку, я сделал что-то полезное в этом, этой игре, короче. Ну все, вы прошли карту. Ура, что делать? Я мог бы сделать более проработанное, но, к сожалению, я потратил больше части. У тебя и так лучше всех. Твоя постройка? Нет, это не моя. Моя гораздо круче, идем. Ты мне сейчас кубического эксперта дашь. Интересно, что он там здесь? Смотри, отойдите отсюда. Хопа, это легенда. Вот, смотрите, это блок из Майнкрафта по пикселям. Все. Просто это вообще нужно. Кубический эксперт, давай мне прямо сейчас. Да. На этом это битва строителей, это первая битва строителей в Майнкрафте заканчивается. Спасибо за участие Датунсу, Арконусу, Орбиту. Я Максим. Воу, давайте Икс, всем. И там еще кто-то спрятался. И Кримсону. Вон, и еще пирату, который у нас пропал, но ладно. И всем пока. Это должен быть взрыв.